Музыкально-ритмическая игра с трещоткой. Развиваем музыкально-ритмическое восприятие, знакомим ребенка с трещоткой, обучаем игре на ней. Что за шум, что за гам? Слышно здесь, слышно там. Может, это ураган? К нам пришел гиппопотам. Может, ветер крышу снес? Может, громко лает пес? Нет, 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 к нам сорока прилетела. Потрещать для нас хотела. А когда она устала, то трещать трещотка стала.